красота! Нам бы это, дракона пойти убить! Пошли дракона убивать, алло! Алло, ты чё игноришь? Мы вообще-то это жемчуги добыли! Стержни огненные добыли! Пошли дракона убивать! Мать моя женщина, ты мне дашь хотя бы минуту без вас постоять в этой рубрике? Я стою, любуюсь красотой Майнкрафта, ты чё мне мозг клюёшь? Это кто тут кому ещё мозг клюёт? Я тебе уже 5 минут тут зову! Пошли уже портал этот искать! Ты, господи, дракона убивать, дракон! Да я знаю то, что нам дракона надо убивать! Я знаю то, что у меня 3,5 стака эндер жемчуга, огненные стержни. Кстати, надо бы их переделать. И, в принципе, можно сразу сделать эти глаза эндера 20 штук. Нормально. Пойдем мы твоего дракона убивать, пойдем! Только перед этим, Хередик, ты чё думаешь, я зря на эту гору забирался? И ты думаешь, что зря я сюда пришел, только надо бы этот вход в шахту найти. А он вроде, кстати, вот здесь находится, давайте за мной. Какой еще вход в шахту? Ты чё время тянешь? Зачем нам туда идти вообще? А вот зачем нам сюда идти. Потому что здесь вот эти вот сливы висящие растут, и вот это вот куст азалии, который мне очень, кстати, сегодня пригодится. 5 минуток, Херей, дай мне немного собрать эти ягоды, дай мне немного кустов пособирать, и пойдем мы убивать твоего дракона. Вот, раз, два, три, мне надо где-то штук 10, поэтому если видите азалию, тоже ее сразу же собирайте. Ягоды сюда, это азалия сюда. Я много собирать не буду, буквально стак ягод и где-то пол стака азалии. 14 азалий и 7 светящихся ягод. Как-то я думал, их больше будет, а то... Ладно, они же растут, можно же их дома посадить, они вырастут заново. О, еще азалия. И, в принципе, все, ребятки, прячьте свои мечи и потопали обратно наружу. Я сейчас пару важных дел сделаю, и пойдем мы убивать ваших драконов. Не переживайте, достаньте отсюда. Вот честное слово, я не понимаю, зачем тебе эта цветущая азалия? Зачем тебе эти ягоды? Вот зачем нам они нужны для того, чтобы убить эндер-дракона, а? Ягоды не нужны для того, чтобы убить эндер-дракона. Ягоды нужны для того, чтобы сделать мой дом красивее. Я в очередной 100-й раз повторяю, что это уже где-то 30-я с чем-то серия выживания. И до сих пор ты... Я застрял, я думал, я оттуда уже никогда в жизни не выберусь. 30-я с чем-то серия выживания, я до сих пор полностью не достроил свой дом. Но я хотя бы уже начал его облагораживать. И азалия мне нужна была для того, чтобы сделать себе здесь красивые кусты. Вот так, и в принципе сюда еще можно раз, там, два, три, четыре, вот так. Дом должен быть красивым, как-никак. А не как у Харейда. Ты что, офигел? А светящиеся ягоды мне нужны для того, чтобы сделать возле дома этот виноградник. Но учитывая то, что в Майнкрафте нет винограда, у меня будет этот ягодрадник. Какой еще ягодрадник? Ты серьезно? Это 30-я серия, а у нас до сих пор дракон не убит. Пошли, Вен. Топор есть? Топор. Есть. Ломай вот это, Отомчик. Собирай все вот эти вот предметы, приноси ко мне в дом. Чистите эти грибы и вычищайте мне здесь вот эту вот территорию. Как только здесь станет чисто, я сделаю это. Ягодрадник. А уже потом пойдем убивать драконов. Работайте, лентяи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Теперь отступаем 4 блока. 1, 2, 3, 4. И повторяем ту же самую махинацию. Здесь отступаем 6 блоков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И также через один блок ставим вот эти вот заборы сюда. А теперь все эти палки надо поднять на 5 блоков вверх. Вот. Держите забор, идите поднимайте. А что ты здесь устроил, я понять не могу. Это что за школьная полоса препятствий? Это оббегать надо или что? Лишние вопросы, Хередик, не задавай, пожалуйста, а делай то, что я сказал делать. Чем быстрее закончим мой ягодранник, тем быстрее пойдем убивать дракона. Это не школьное препятствие, полоса. Заборы ставь! Так у меня их отжали. Пока Хередик ставит эти заборы, я буду ставить сюда калиточки. Это самая верхняя часть нашего ягодрадника. Так ты два забора забыл поставить туда, поставь сюда, поставь под собой. Вот, лишний раз тебя учить что ли надо? Как-то ты слишком медленно все это делаешь, мне кажется. Можно быстрее немного? Не торопи ты меня, Колыван. Я тебе сейчас тут забор криво поставлю и посмотрю, как ты уменьшить будешь. Ну, вроде подписчики под предыдущей серии не голосовали за это дерево, поэтому я могу здесь срубить листву. Она мне понадобится для дальнейшей постройки. А за какое дерево подписчики все же голосовали? Какое дерево я построю возле своего дома и повешаю сюда вот эти вот лимоны? Узнаем в следующей серии. Пускай это будет небольшая интрижка. Молодец, Хуредик, на вот эти калитки иди расставляй дальше. Ты издеваешься надо мной, а? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в принципе надо бы еще сюда немного листвы. О, топчик, тащи топор. Срубай вот это вот гигантское дерево. Оно здесь нафиг не нужно. А где я топор-то тебе возьму? Скрафти. Ладно. Люк. Сюда это все ставим. Сверху тоже два люка вот сюда. Не спрашивайте, зачем это надо, я как бы сам не знаю, но это просто украшение, оно здесь будет полезным. А сюда сбоку мы поставим вот эти вот таблички, и с другой стороны тоже. Сюда, и сюда. Сюда, крюк. Отсюда ягодный сок будет течь. Просто бочки для дизайна. Еще одну бочку можно сюда. На нее можно поставить куда-то вот так вот фонарь, чтобы красиво смотрелось. А сейчас самое главное, что я не учел. Хередик! Тут это... Кое-зачем надо сбегать в одно место и кое-что мне притащить, потому что вот эти вот ягоды, которые у меня, кстати, растут вот здесь, но они еще не выросли, их, к сожалению, нельзя поставить ни на калитки, ни на чего другое. Они должны расти на каком-то вот блоке. Поэтому мне бы очень сильно не по... Ягоду сожрал. Ну да, что? Мне бы очень сильно не помешало, если бы ты сейчас кабанчиком сгонял куда-то и притащил мне примерно где-то стак барьеров. Вот, притащишь барьеры и возвращайся сюда обратно. Я тебе где барьеры-то добуду, ты издеваешься? А где ты мне барьеры добудешь? Вот у меня к тебе тот же самый вопрос. Ты что, танец с бубном станцевать, чтобы их добыть? Ну хочешь, танцуй? Хочешь бога Майнкрафта, проси? Хочешь идти рыбачь в этом в озере? Но мне нужен стак барьеров. Да ты угораешь! Их невозможно добыть в Майнкрафте! Не добудешь барьеры, я тебя из команды кикну. Понял, молчу. А я тем временем немножко... Вот! Так бы сразу у меня дома огромное количество костей. Можно просто стоять, тыкать и ягоды себе фармить. Вот вы даже не спрашивайте, что мне пришлось сделать, чтобы добыть тебе эти барьеры, окей? Хорошая работа, Хередик. Я реально даже спрашивать не
буду. Вот так надо расставлять все эти барьеры на калитке, на держи херейт, раз ты сегодня самый работящий, иди расставляй. А я пока эти ягоды буду вешать вот сюда. Красотища же какая, вот это получается. Реально, как будто виноград растет, только ягоды. Ягодрадник. И в принципе, мне нет смысла даже вот это вот полностью ставить ягоды, они же в любом случае вырастут. Поэтому по одной ягодке вот сюда, еще два ряда осталось. А, вот сюда я промахнулся. И вот так, все. И здесь последний ряд, и в принципе все готово. Я вот до сих пор не понимаю, зачем тебе этот виноградник, а? Мы тут уже полчаса с ним фигней всякой маемся. Вот пошли бы убили дракона, заработали бы себе кучу опыта, зачаровались снова нормально. А я тебе тут виноградник строю. Ягодрадник. Да какая разница, честное слово? Вуаля! Красотища же! И теперь подписчики не будут мне писать каждый раз под каждой серией то, что я ничем полезным не занимаюсь и ничего красивое не строю. Вот! Теперь у меня вечный запас ягод будет. Не, я как бы, в принципе, мог построить себе бесконечную ферму, но это была бы туфта, это было бы некрасиво. А так, красивый ягодрадник у меня... Господи, у меня возле дома это все надо снести. В принципе, херет, все. Око Эндера у меня есть, и в принципе, можно начинать идти искать дракона. У меня глаз сломался, ну ладно. В ту сторону. Пошли. Вот здесь. Копаемся. Самое главное сейчас не бабахнуться в лаву. Эти огромные шахты в новой версии Майнкрафта, это какой-то ужас. Я даже не знаю, сколько тысяч блоков нам сами сейчас надо прокопать, чтобы наконец-то найти этот портал. Опа-на, нашли, отлично. И даже не бабахнулись в лаву. Так, здесь ничего нет, там скелет гуляет, здесь какой-то колодец. Забираемся так там наверх, сундучело, в сундучеле всякая дичь. Выбираемся из колодца и топаем дальше. Херейт налево, сосуска направо, я пойду сюда Не, я сюда вниз не пойду, здесь ничего полезного нет. Топаем дальше. Выбиваем эту дверь и заходим внутрь. Сразу ломаем этот спаннер, чтобы ни одна чешуйница даже не появилась. Так, а сейчас активируем портал. И вроде эндерглаз у меня хватает. 30-я с чем-то серия выживания. Пришло время наконец-то запердохать дракона. Прыгайте! А что ты первый? Я пошел. Ну, вроде там безопасно. Я пошел. И я пошел. Пришел. Ладно, вторая попытка. Плюхайтесь в портал, давайте быстренько топаем, убив... Топаем, убиваем драко. Быстро давайте сюда, что вы на этих эндерменов отвлекаете? Топаем, убиваем драко. Ой, пора валить. Это еще кто такой? Ярик. Друг мой. И жизни. У тебя трусы сломались. Такой себе друг, конечно. Ладно. Зато хотя бы опыт нам оставил. Чурят! Опыт оставь! Моё!